Привет, друзья! Приветствую вас на канале. Сегодня, вернее, вчера вечером привезли нам бассейн. Вот. Решили мы поменять с папой бассейн. Уже жара от 32 до 36. Поэтому мы решили поменять. Бассейн был у нас маленький. Мы его родственникам подарили. А сейчас купили побольше. Но нам посоветовали под низ постелить пеноплекс. И еду за пеноплексом. Будем разбираться. Ставить будем вот здесь, на солнце. В общем, поехала. Вот, ребят, собрали бассейн, наполнили водой. Но закон подлости существует. Пока мы собирали этот бассейн, жарюку стояло 36. Мы еле-еле его собрали, было очень жарко. Вот он уже даже наполненный. Натянули тент, с тентом шел. Вот. Но даже пришлось дополнительные прорези сделать, веревки. То ветром сносило. Ну и вот поставили бассейн, и погода испортилась. Вот так. Уже 3 дня пасмурно. Но большой бассейн, 1,22 м высотой. Ну, небольшой сильно, конечно. Но нормальный. 3,66 м в ширину. Пришлось даже взять небольшой мне кредитик. Вот. Лестница идет, насос. Вот это вот типа палатки. Это поддон считается. И вот это вот крышка. Вот такая вот штучка. А вон на заднем плане цветет лимон до сих пор. Вот так. Когда буду купаться, не знаю. На улице себя чувствует традисканция хорошо. Вот она в тенечке. И сразу такие растения крепкие, цветет. А это вот недавно оборвала и выставила. Это, ну, тоже уже крепнет. Циперус стоит. Шифлерки. Ну ничего, вот это, которую пересадили. Вроде нормально все. Ну и фикусы Бенджамина на летних каникулах на улице. Ну, а это гибискус. Ну, гибискус стал намного лучше. Вот все пообрезала. Он такой сейчас ярко-зелененький. Вот эти листья, которые белокрылка поела, почти все отвалились, оборвали. И сейчас он зеленеет. Так. Друзья, сегодня 2 июня. И вот первый огурчик. Ну, небольшой, видите, в руке у меня. Но уже первый. Сорт китайский. У нас это называется сорт крокодил. Будем сейчас снимать с папой пробу на вкус. И второй уже на подходе. 2 июня. Но у нас в открытом грунте это растет. Ну вот, ребят, вот так разрезала. Это наш традиционный способ. Сделала насечки. Видите, сразу сок дал свеженький, только с грядки. На один соли. И сейчас друг об дружку потру. Огурчик потерла. Все. Буду снимать пробу. Ребят, делаю пробу первого огурчика. Умереть не встать. Офигительно. Офигительно. Мне кажется, я могу килограмм съесть таких. Ну нет, сейчас не могу. Вру. Я ж на диете. Но это очень полезно. Вкуснятина. Обалдеть. Ребят, ну все. На фоне пробы заканчиваю свое видео. Вот. Надеюсь, было вам интересно со мной пообщаться. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.